Хейо, гайз, с вами Шимки, и это у нас пятница 13-й, смертельный пазл. Я все-таки, да, решил добить игру, потому что далее у нас идут только покупные уровни, именно из DLC-шки. И я сначала попытаюсь скачать пиратские DLC-шки и всунуть в лицензионную игру. Если не получится, да я не знаю. Покупать я точно игру не буду, и проходить ее повторно я тоже не хочу, потому что она мне просто сломает мозг. Поэтому, либо у нас получится, и у нас будет продолжение, это у нас будет возвращение на озеро. Англия, Средневековье и доисторический век. А сейчас у нас с вами будущее, поэтому вперед. Новый Джейсон, Кибер Джейсон. Здесь мне интересно, если мы с вами выиграем за него, и как у него упадет маска. Так. Стоп. Снять маску? Не-не-не, снять маску. Так. Ты можешь снять маску? Все. Здесь у нас закрыт деревенский. Потрошители Тангрия. Средневековье, хорошо. Пещерный. Потом ретро Джейсон. Огненный. И вот эти идут тоже, этот нужно закупать. Не понимаю просто смысл их. Чисто для сборки, что были. Ладно, давайте тогда. Погнали. Будущее далеко от земли. Аборт профессионал. Зона телепортации. О боже, мы на космическом корабле? Как странно. Не волнуйся. У меня что, лазерный меч? Серьезно? О боже мой. Я вас понял, слишком сложно уже сразу с первого же уровня. А если... А, мне только вниз нужно. Ха-ха-ха. Окей. Ну нет, ну вы чё, это ж лазерный меч. Какой просто обычное убийство. Космическое что-то там хождение. А в этом телепортах определенно что-то есть. Правда, Джейсон? Они такие футуристические. Ага, футуристические. Слишком сложно. Как мне сделать так, чтобы эта херь... У кого-то горит. У кого-то это у меня. Слишком сложные миссии и... Футуристик миссия. И как мне тогда сделать так, чтобы тот чел не убежал? Ой. Так. Заюзать холодильник. Пробежать вперед. Смысла в этом нету. Как и в винегрете. Но здесь другой вариант. И это побежать. Ну, типа, холодильник уронить здесь. Так.
What the fuck is this? What me need didn't? Why? Я не понимаю. А если что, я не смотрю еще. Ну, если убью, но тут все равно убежит. Ай, ладно, давайте, короче, посмотрим. Показывай, 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 да-да-да-да-да. Не понял. Я ронял холодильник. Разве так не проходил? Блять. Сейчас на газ. Аж не свело. Это лазерный меч, он должен распепеливать. Он должен распепелить врага. А не вот этой херней. Неоновый свет. Холодильник, холодильник. Холодильник, холодильник. Суицид. Я ж робот. Я ж робот, как я могу умереть? Не полигонально. Это все не полигонально. Да, Final Zero. Все из-за тебя. Будем, ладно, посмотрю. Лишь я закрыл на секунды три глаза. Что я увидел только в перемотке, это что мы должны этого челика спугнуть. Нет, 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 нет. Мы должны его как-то снова спугнуть. Я только не представляю, как это вообще сейчас возможно. Чтобы его заново спугнуть. Ну вот. Ой, блядь, все. Все. Придется смотреть заново. В чем моя проблема? Я так же делал. Я так же делал. Оу. Увидел. Я увидел, в чем разница. Все. В холодильниках разница. Нет, 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 нет. Вот так нужно было убить. Сука. Минус. Минус. Да, последний. Что-то там ноль. Zero. Zero это ноль. Давай еще ласт. Жертвоприношение. Как вниз попасть? Напугал. Пришел.
Окей. Поехали. Первое, нужно пугать того черта. После нужно, чтобы он сгорел. Он напугает нашего этого. С помощью портала попасть сюда. Но не пугать его, а напугать в другую сторону. После чего я не помню, что дальше. А, вспомнил. Так, и... все. Так, все, это было. Вперед, все, добиваем. О, 250 убийств нам открылось. Новое орудие, дайте уже, пожалуйста, что-то прикольное. И это... мясной нож, секира, топор, звонок. Ой, боже, мины? Это мины. Ладно, сначала нужно позвонить. А, я не в том положении, чтобы звонить. Окей. Ух ты, бля. Тупик. Так. Сначала давайте в эту сторону. Напугаем его, да? Хорошо. Как вариант, мне только нужны... Я не могу к копам пойти. Так. Теперь я могу убить... Нет, я попадаюсь. А как мне тогда отвлечь охрану? Ой, тихо. Я могу сделать так. А теперь я сделаю вот. Минус. Звоним. А, я правильно сделал, подождите. Достижение, достижение. Взорвали, все. Ага. А теперь можно и атаковать. Ласта. Без света. Два телепорта. Так. Ага. Ага. Убил. Нет. Нужно вернуться в начало. В принципе, я делаю правильно, но мне нужно как-то выключить свет. Как это провернуть? Как мне провернуть? Сюда, хорошо. Вот. Понял, все. Мне нужно внутрь. Напугай девку. Да-да-да, метаем лазерный меч, проверяй. Выключаем свет. Так, теперь выходим наружу. Так, в синий портал. Убиваем сначала его. Так, включаем свет. Пугаем ее. Все. Это было более-менее. Давай, давай, пропускаем, пропускаем, пропускаем. Все менее без урода. Все менее без урода. Так,
всеми без не без уродов. Мне нужно как-то взорвать двоих с помощью мины. Так. А. Ага. Я мог сразу и так уже сделать. Ага. Бля. Запутано все. Но если там человек умирает, можно пойти по низу. Пока копы не видят. А, мне бомбы взрывать надо. А, ну тогда все, я здесь проиграю. Я их не напугаю. Ладно, вариант еще один. Правильный. Блять, я что же сам сделал? Так, теперь попытаемся включить свет. Мы его напугаем. Минус. Всё, ну там мне стена убивает. Тихо. Вырубаем свет. А теперь можем мы убивать и ласта. Бум. Сердце. Сердце, сердце. Мы пробили его, и у него билось сердце. Еще один уровень. Кафе слезы. Кафе слезы, кафе слезы. Ё-моё, это нужно мне... сразу почти всех туда загнать. Ладно, давайте начнем с эту. С этой. С этой. Так. Нет, тоже неправильно все. Так. Нужно пугать максимум всех, кого я вижу. Я могу только эту напугать и все. И я умираю же на этом. Так, окей, варианты еще. Больше вариантов. Я не вижу больше никаких тут вариантов. Никаких, никаких. По низу, но я... Все, я напугал ее. Что дальше? Что дальше? Вот я ее напугал. Можно попытаться напугать эту. Эту я не вижу вообще смысл пугать. Ну ладно. То, что вот они пищат, бесит аж. Бесит! Все, я не знаю. Пошлите. Голова. Да. Да. Угу. Окей. Считайте, что примерно запомнил. Ай-яй-яй. Сначала напугать эту. Так, пугаем эту. Ее убиваем. Теперь мы идем за этой
машинкой. Так, наверх. Наверх. Так, и пухаем. И просто бежим за ней. Пожалуйста, быстрее. Почему так долго? Все, убил. Новенького ничего нету. Шмотка, 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 шмотка. Золото. Золото, золото, золото. Щит. Ебаный щит. Ебаный щит, который никому не нужен. Генератор что-то там. А, забыл, что у меня хода. Ходики хода. Даже так. Шимики в ловушке, все. Минус, минус, минус. Голова. Помощь головы. В путь. В путь. Эй. Он от... Что происходит? Все, начал работать. Назад. Так. Все, убиваем. Сметь, сметь, тебе сметь. Все, далее. Переносчик что-то там. Так, а что я сделал? Окей. Я щит. Оу. Окей. Пищат мне, так бесит. Ладно, это было более-менее легко. Более-менее легко. Дальше. Цепная реакция. Я в ловушке? Нет, я не в ловушке. Тихо. Пугаем. Далее. Так. Ой. Ой. Вырубаем свет.
Так. А в чем дело, почему этот... Так, раз. Нужно его в угол загнать. Тихо-тихо-тихо, обратно. Я понял, в сраку все это. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно я просто... Прикиньте, здесь было два варианта решения. Вот это, которое я сейчас сделал. А второй вы можете... Стоп-коп. Там получается, нужно было вырубить энергию. Испугать одного челика, который был с этой стороны. Типа, слева и справа, короче. Потом позвонить мобильник, чтобы они вдвоем сожглись. Того, который последний, который посередине был, нужно было испугнуть и вывести его на центр. И с помощью него, типа, убить вот это, который будет в середине, ну, типа, на кресте. Па. Прикольно. Right, все, идите в сраку. Все. Ладно. Нет. Так, хорошо, еще варианты. Все. Ё-моё, там, короче, столько этих порталов. Ладно, нужно сначала испугать панка. Так. Теперь порталы юзаем. В обратную сторону. Так, теперь мы... Так, я, блядь, опять ее испугаю. Нет, значит, мы вниз опускаемся. Так, блять, есть что? А, ёбнуть. Теперь назад. Ага, и я неправильно сделал. Тихо. Убиваем. Мне копа нужно убить. Мне нужно копа убить. Мне нужно ёбнуть копа. Как это делать? Help me, please. I know watching. How kill me? Это, блядь, коп. I know, help me. Я не знаю, как мне его убить. Но что я помню, это точно нужно испугать сначала тёлку. Потом с помощью неё... Но я не понимаю, как все равно меня копа ёбнуть. Ладно, посмотрю еще раз. Иди в сраку, коп. Мне так уже загорело. Срака. Сначала наверх спугнуть тёлком. После ёбнуть копа и ёбнуть её. После чего мы передвигаемся в этот портал, чтоб напугать эту тян. Возвращаемся обратно. Так. Теперь. Мы убиваем ее. Теперь возвращаемся в портал. И здесь нужно было просто повернуть в эту сторону. Чтобы сделать вот так.
убил. Все, пока он телепортируется, подвину стульчик. Кровожадность, 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 кровожадность. Раз, два, три, четыре. Гитара! Новый предмет, гитара. Космическая бойня. Я вновь с помощью гитары. Кажется, пора уходить с космического корабля, Джейсон. Да. Я тиран, я злодей, я убиваю котов. Не в реальности. Ой, ё-моё. Ладно. Так, давайте смотреть, как здесь можно вообще напугать их. Пугать их. Пугать их. Наверх. Сбок. Ой, короче, смотрю. Я смотрю, как сделать это. Короче, я запомнил только половину, потому что там слишком много действий. Спугнуть эту, напугать эту тёлку. Как-то так. Вывести тёлку отсюда. Как-то её спугнуть на ту сторону. Подождите, я не помню. Так. Как сюда попасть внутрь? Тихо. Блин. А, все. Получилось. Теперь нужно ее вывести уже оттуда наверх. И все. Внимание. Мы теряем управление. Конец. Пока что. Конец. Да уж. Пятница 13-е, убийственный пазл. И рассказывается их не создатель, ну короче, это ясное дело. Ладно, игра выполнена. Нет, стоять! Я не собирался играть. Я не собирался. Стоп, мне нужно на карту. Выход. Игра. Играть. Снять маску. Он типа он просто раздевается, да? Ясно, понятно. Ну что, в принципе, смертельный марафон, что это? А, просто сколько я смогу убить. Та бесконечно в основном. Музон такой. Ну что, блин, не знаю. Ну, в принципе, бесплатная игруха, ребята. Логическая. Ясно. Так можно было и промазывать еще. Вау. Давайте еще раз сыграем и все.
Я хочу посмотреть, нам сразу достижение дали. Я вообще не думал, что можно промазать в этой игре. Так. Возможно, смертя какие есть. Фух, на грани, на грани. Ну, пока что все удается. Ой, промазал. Все. 12. Ну да, все. Апнулся. В принципе, здесь можно слушать и зарабатывать. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Если даже вы хотите, можно... Хотя, ладно. Всем пока. Поиграйте, игрушка, в принципе, для ума сойдет. Она очень сильно ломает мозг именно в конце, в последних трех главах. И, по-моему, в середине, где была тюрьма. И все. А, всем пока. Увидимся в следующих головоломках играх. Всем удачи.